Всем привет, друзья! Посмотрим, чем порадовал нас китаец на этот раз. А порадовал он нас отличной бумагой, фотобумагой для Epson R4. Вот это эпсоновский размер, друзья. Дальше на бумаге у нас 230 грамм. Это хорошая, качественная. Ну, это вообще максимум, ну, там практически максимум, да, на ней. Ну, и чего-то там 100, не знаю, что это, 100. 15,2 на 102. Друзья, это как раз и есть тот самый размер 4R. И ваш принтер Epson на такой бумаге будет печатать без нижней полосы. Вот это самое главное. Ради чего стоит на принтера Epson покупать бумагу именно 4R. Не просто 15 на 10. Вы видели, 15 на 10 бумага, а на 150, соответственно, миллиметров на 100 миллиметров. А здесь 152 на 102. Это и есть отличительная разница и важный нюанс при печати на принтерах Epson. Ну а как она напечатает, сейчас мы вам продемонстрируем. Параметры. Вот он, видите, 10 и 16. Вот 4, ну у меня так вот 10 и 16 на 5, 24. Другие параметры. Печать без рамки включить. Ультра глосси. Цвет. А, ну и вот здесь вот альбомная книжная мне нужна. Печать. Так, принтер попросил изменить параметры. Ну, тут плохо видно. Ну, в общем, я подтвердил. Ну и вот печать началась. Ждем. Вот эта фоточка. Смотрите. Полей нет. То есть просто нужен формат правильный. Вот и все. Кстати, бумага такая тоненькая. Качество на ней, конечно. Ну, можно взять и подороже какую-то линеечку такой бумажки. Ну, а в целом ничего. В общем, рекомендую к покупке Professional Color Paper. Ссылка в описании. Сомнения хотел вот что показать. Вот фотка, которую только что напечатали. Вот другая. Вот это сделано на бумаге 10-15 с полями. А это на бумаге 4R. И вот смотрите, какая штука. Вот я их поставил. Вот видите, как одна бумага выпирает за другую. Вот она разница. И вот эта разница, вот принтер Epson считывает вот этот размер бумаги и думает, что, ну, все плохо. Надо обязательно сделать поля. А еще ошибочное мнение в том, что многие думают, вот и справа, видите, тоже на несколько миллиметров она получается R4 уже. Наоборот, уже, чем А6. Ну, в общем, как-то так. И многие думают, что нужна специальная бумага для принтера Epson, но это тоже не так абсолютно. Для принтера Epson нужна бумага R4. Или 4R. Вот и все. Всем спасибо. Всем пока.